Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие подписчики, все те, кто случайно вдруг открыл это видео и решил посмотреть или подсмотреть, что мы здесь делаем. А мы с вами работаем на марафоне «В год дракона», именно уделяя сознательно своим вниманием, своим чувствам. И все больше и больше приближаемся к исходной энергии, и таким образом превращаемся в сознательного творца своей жизни. И на этой постоянной практике мы способны целенаправленно контролировать свои эмоции, свои мысли, свои ощущения, ту исходную энергию, которую дал нам Господь Бог Всевышний уже при нашем рождении. И мы как скульптор, как архитектор своей жизни подчиняем себе силу, которая творит именно нашим миром. Мы получаем то, что излучаем. Мы притягиваем к себе то, о чем мы мечтаем. И воплощаем самые смелые творческие замыслы в реальность. Надеюсь, вы подготовили стакан с водичкой. Завтра новолуние. Мы с вами продолжаем работать с денежной научной молитвой Джозефа Мёрфи для жизни в изобилии и для активации денежного потока. Я рекомендую вам не только слушать эту молитву, но и также повторять. Набирайте водичку, наговаривайте на водичку, читайте молитву, пейте водичку, наполняйте свой сосуд, свое тело вот такими чистыми вибрациями любви и благодарности, которые вы испытываете, когда вы читаете эту молитву. А сейчас я вам предлагаю сфокусировать свет в себе, сделать несколько вдохов, глубоких вдохов, почувствовать свое сердечко, биение, услышать сердечко, насколько вы сейчас спокойны, уравновешены, и вы готовы читать молитву, готовы принимать те денежные блага, которые есть во Вселенной. Вам стоит только почувствовать эту силу, мощь и любовь к деньгам, как они придут к вам. Я рожден для успеха. Бесконечное, которое находится внутри меня, не знает неудач. Божественный закон управляет моей жизнью. Божественный мир наполняет мою душу. Божественная любовь насыщает мой разум. Бесконечный интеллект направляет меня. Я преуспеваю, продвигаюсь вперед, расту ментально, духовно и в финансовом плане. Я знаю, что эти истины погружаются в мой подсознательный разум и будут развиваться дальше. Я знаю, что Бог заботится о моем процветании. Сейчас я веду жизнь с достатком. У меня есть все, что способствует благополучию, прогрессу и спокойствию. Ежедневно я взращиваю плоды Духа Господня внутри себя. Господь является источником моих благ, будь то энергия, жизнеспособность, творческие идеи, вдохновение, любовь, мир, красота, правильное действие или богатство, в котором я нуждаюсь. Я знаю, что созидательные силы моего подсознания могут дать мне все это, и я настраиваюсь на добро. Каждый день я все лучше и лучше отношусь к людям. Божественные богатства стекаются ко мне. Мои мысли проникают в подсознание, реализуются в виде достатка, защищенности и умиротворенности. Это прекрасно. Я спокоен, уравновешен, искренен и умиротворен. Я единое целое с источником жизни. Все мои потребности немедленно удовлетворяются. Сейчас я направляю все пустые сосуды к Богу. Все, что принадлежит Ему, мое. Я одно целое с бесконечным богатством моего подсознания. Я имею право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и удачливым человеком. Деньги поступают ко мне в изобилии из неиссякаемых источников. И я приношу свою благодарность Господу за то, что сейчас передо мной широко открыт вход к бесконечным богатствам, и они свободно поступают ко мне. Каждый день я становлюсь богаче духовно, ментально и в финансовом плане. Деньги – это идея Господа, циркулирующая в моей жизни. И их всегда достаточно. Божественные богатства потоком вливаются в мою жизнь, и они всегда в избытке. По мере того, как я повторяю эти истины, я чувствую, как мой разум настраивается на получение благ из божественного, неиссякаемого источника. Каждое мгновение я осознаю свою истинную ценность. То, что я могу и имею, я охотно поставлю на службу своим ближним. Я прекрасно материально обеспечен. Я применю их мудро и на благо меня самого и моих ближних. Я трачу их с радостью и щедрой рукой, и они возвращаются ко мне тысячекратно приумноженными. Господь посылает мне процветание на всех моих путях, и я сейчас принимаю Его дары.
Небесный Отец, благодарю Тебя за мое финансовое благосостояние. Жизнь великолепна. Благодарю Тебя. Да будет так, так и есть. Вот эти два замечательных слова «здоровье» и «деньги» Джозеф Мёрфи говорит, произносите перед сном, когда вы ложитесь в постельку, а также записывайте в комментариях эти два слова. Ставьте лайк, это ваша благодарность, это то, что вы можете отдать, когда вы работаете на этом марафоне. Это ваша энергия. И повторяйте, меня удивляет, насколько много можно получить денег. Сделайте глоточек воды, почувствуйте, как ваши клеточки наполняются волшебной этой водичкой. И мы с вами дальше работаем на нашем марафоне. Я внесла немножко линии, я внесла немножко цвета, определенного цвета. Верхняя часть восьмерки бесконечности у меня именно чакра солнечного сплетения. Это наша внутренняя сущность, наше «я» с любовью. С любовью отдаю, с любовью принимаю. И наш удивительный треугольник зеленого цвета, третий уровень, четвертый уровень, сердечная чакра, он тоже присутствует в моем рисуночке. Мы будем продолжать этот рисунок. Я надеюсь, что день 147. Вы записываете те деньги, которые поступают к вам на счет. Я сегодня уже записала, какие суммы денег поступают ко мне. И вы также пропишите это и обязательно скажите в этот момент. Я благодарю за все деньги, которые я получала в течение дня. Меня удивляет, насколько много можно всем, да, можно получить денег. Прочувствуйте, что у вас внутри, когда вы произносите эту фразу. Итак, я, наверное, начну с Ронды Берн, которая говорит нам сегодня. Вселенная добра и прекрасна, однако в сложных ситуациях нам бывает трудно увидеть всю картину в целом. И все же в любом положении, каким бы плохим оно ни казалось, всегда есть что-то хорошее. Взгляните на события своей жизни по-новому. Поищите в них возможности для роста. Если вы будете искать хорошее, то обязательно найдете. И как тогда вы избавитесь от иллюзий, трудностей, и ваша жизнь станет счастливой и гармоничной. Да, потому что многие люди жалуются, это плохо, это плохо, это плохо. А вы посмотрите вокруг, сколько хорошего. Вселенная открывает вам глаза. И когда вы научитесь видеть хорошее, то больше хорошего вы сможете притянуть в свою жизнь. Я обращаюсь к экспертам, к тем людям, кто хотел бы работать вместе в команде, к тем людям, которые хотели бы развиваться, то ли это вязание крючком, то ли это вышивание, ну вот все то, что вы любите, что является вашим хобби. Есть удивительное сообщество в соцсетях, которое объединяет таких людей, которые хотят работать в команде, нести мир добро, именно развивая свое вот эту вот экспертность, я бы сказала, потому что если вы любите вязать или умеете вязать, а другой это не любит, это тоже ваша экспертность. Мы объединяем в одну целую систему, где вы можете за это еще получать и вознаграждение. Если вам интересно, пишите мне в личное. В описании к этому видео вы найдете группу Telegram. Вы можете мне написать и спросить, как это возможно, и я покажу вам этот путь. Собираю группу на тренировку по методике Суперчам. Тренировка взрослой, по взрослой педагогике. По методике взрослой педагогики, так скажем, где вы сможете развиваться, где вы сможете при помощи структурированных 8 упражнений поднять уровень энергии. Это вам пригодится всегда, в семье, на работе, везде, где вы бываете, когда вы применяете эти упражнения, именно тогда вы можете управлять и своими мыслями, и своими эмоциями, генерировать состояние счастья. Натренировать состояние счастья можно на этой тренировке, когда вы действительно под руководством тренера можете попробовать эту методику на себя. Поэтому в описании к этому видео тоже вы найдете ссылочку, где меня найти. Пожалуйста, пишите, присоединяйтесь. По стоимости в личное сообщение обсудим к вам. Собирается группа небольшая, максимум 10 человек. Добро пожаловать.
Далее. И опять же, я благодарю за все деньги, которые я получала в течение жизни. Вот. Что нам скажет сегодня удивительная сила рода? Смотрите, какая карта удивительная. Здесь про отношения, про любовь. Счастливая семья. Твой род благословляет тебя на обретение истинного счастья в семье, в которой будут царить любовь, гармония и взаимное уважение. Повторяйте за мной. Я чувствую расширение через свой род. Я в каждом члене семьи, а в каждом члене семьи свою частичку. Я позволяю ей воплотиться в своем партнере и своих детях. Я создаю счастливую семью, поле поддержки, принятия любви. В нем каждый из нас становится более значимым, чем он был в одиночестве. Я беру эту силу и позволяю ее бережно вести меня в гармонию к счастливой семье. Удивительная подсказка. И вот что я еще забыла сказать. У нас открывается школа, у нас открывается клуб «Нейролайф», он называется, где я объединяю всех нейрографов. Если вы инструктор нейрографики, присоединяйтесь. Если вы специалист нейрографики, присоединяйтесь. Вы будете также вести мастер-классы и получать за это хорошее вознаграждение. Если вы просто любитель нейрографики, я вас приглашаю также не только в этот клуб. Уже открыто 50 клубов, где вы можете развиваться за маленькую абонентную плату один раз в жизни, которую вы платите. Не ежемесячную, а один раз в жизни. Обращайтесь ко мне, я расскажу вам подробности. Итак, сегодня мы с вами дополняем линии. Мы останемся с вами на этом рисуночке еще 3 дня. Завтра будет новолуние, и мы с вами подкрепим восьмерочку нашей положительной энергии на рост, на финансовый, на денежный рост. Вот, поэтому добавляйте линии, делайте округления, начните с цвета, внесите осознанно цвет в свой рисуночек. И, конечно же, добавляйте линий, добавляйте эффектов, сделайте ваш рисунок эстетически приятным, чтобы вы, глядя на свой рисунок, не только испытывали наслаждение внутри своего тела, но еще могли глазками увидеть, насколько у вас красиво получается. Потому что вы являетесь творцом своей жизни, и вот эта практика, нейрографика, она помогает человеку действительно успокоиться, почувствовать себя спокойным, уравновешенным человеком, получить инсайты, да, получить, дать себе пенек к действиям, потому что, ну, ничего не делая, действительно ничего и не будет. А когда хоть что-то делается, тогда и будет. Это вот сейчас вот притчу хочу рассказать. Вот я вас приглашаю. Хотите обучаться нейрографике? Приглашаю вас обучаться нейрографике. В описании к этому видео есть. Хотите быть специалистом нейрографики, проводить мастер-классы? Я также обучаю специалистам. Регистрируйтесь по форме в описании к этому видео. То есть я даю вам огромные возможности, где вы можете проявить себя в тех сферах, которые вам, ну, пока еще неизвестны, да, для вас что-то новое. Но я даю вам возможности, где вы можете действительно найти для себя хорошую ветку, я так это называю, денежного роста. Вот, поэтому обращайтесь с радостью, направлю вас в нужную сторону, если вам это нужно. С радостью, с любовью и благодарностью. Вот, мои дорогие, наполните ваш рисунок как можно больше цветом, линиями. И мы с вами обратимся к нижнему треугольнику, это действие. Какое действие вы сделаете по отношению к вашей теме, той сумме денег, которую вы записали в чеке. Какое действие? Ну, у меня действие приглашать. Да? У меня это действие приглашение. Я вас приглашаю. Я вас приглашаю зарабатывать деньги. Я вас приглашаю быть творцом своей жизни, именно реализоваться или самореализоваться, или развиваться через клубы, через курсы, через сообщество, пожалуйста. Это у меня первый треугольничек. Легко произнесла и добавляю в него цвет. Это первое действие, которое я сделала на
своем пути, чтобы приблизить свою цель. Да? Вот. Все те, кто уже начал развиваться, получают хороший результат. Вот, и я заполняю здесь еще цветом. Все, на этом я оставляю свой рисунок. Благодарю Вселенную за то, что она меня поддерживает. Благодарю каждого человека. И вот тоже очень интересно, я посмотрела. Столько много людей смотрят видео, смотрят, участвуют в марафоне, а лайк трудно поставить. Вот поэтому я и говорю, а какой вы вознаграждение от Вселенной ждете, если у вас нет времени или желания поставить лайк даже вот этому видео, этому марафону, в котором вы работаете. Это значит, что у вас недостаточно любви к себе, потому что вы тратите время на этом марафоне, вы работаете, и проявите к себе любви. А проявить любовь – это нажать на колокольчик, нажать на лайк, почувствовать, что вы не только берете, но и можете отдавать. Это ваше действие. И каждый для себя, конечно же, решает сам. И вы видите, что я усилила сейчас этот треугольник и добавила линии поля в восьмерочку, к центральной части, к нашему вот этому эго, к нашему внутреннему я. Вот таким образом, с благодарностью Вселенной, нарисовала линии поля. Ну что, помните, что радость – это выбор. Выбирайте радость сегодня и каждый день. С вами была ваша Валентина. Благодарю вас за то, что вы поставили лайк, за то, что вы пишете в комментариях ваши впечатления. Два слова – здоровье и деньги, о которых говорит Джозеф Мёрфи. Также важно писать в комментариях. Или, да будет так, так и есть, или даже одно слово – благодарю. Всего доброго. С вами была ваша Валентина.